Итак, теперь кошка открывает посылки. Открывай. Открывай. Мне что, самому открывать придется? Открывай. Не хочется открывать посылки. Придется самому. У меня накопилась небольшая кучка посылок из Китая. И мы сегодня их откроем. Так, первая тоненькая. Раз, два, три. Раз. Так. Кабель со смайликами. И они еще светятся. Жаль, не включить. Проверим потом. А, есть, пишите уже. Так, перо есть. Фигушка. Вообще не хочет настраиваться. Это зум. Во. USB. Touch мне написано. Ага. Это мой приз. Да что за хрень? Следующий – это приз от IC Station за участие в конкурсе. Мне выдали. Оль! Я камеру записываю. Так, за участие в конкурсе мне выдали вот такую фигулинку. Touch me. Я сюда включить. Не сгорит. Так. О. Насколько они яркие. Так, есть. Вернем обратно зарядку. Так. Штуки. У меня инструкция. О, на таком огрызочке. На 2 ПЦ лет. Так, следующая посылка.
Cameras. Это тестер для материнских плат. Показывает пост коды. Про него неплохо бы снять отдельное видео. Какого-то интерфейса. Вот. Такой крутой покрышки, закрывающийся, чтобы не валялось. Так, есть. Следующая у нас посылка. Флешка в телефон с наклеечкой проверки. Я уже заказывал у этого продавца, так что я проверял уже, что там действительно 16 гигабайт, а не 2 или 8. Вот. В принципе, это все на сегодня. Так. Так. Итак. Все, спасибо за внимание.